дуже довгі, конечно, що мною номінації були такі видаючіся тренера, яких я знаю, вони достойні. Также могли быть награждены, поэтому для меня это было очень, как где-то маленький шок от неожиданности, но приятный. А что для вас значит эта награда? Ну, эта награда значит то, что нам больше обязанностей, больше ответственности за то, что если нам такие, дают такие награды, значит, мы должны их соответствовать. Значит, однажды медали, значит, мы не должны подвести.